Я вам просто скажу по-человечески. Я не хочу даже с тобой. Да. Я никуда не писал пока. Я не хочу с тобой. Вот именно. Я думала, ты. Да, ты я тоже думал, что вы люди. А вы устраиваете вот эти вот свалки, мусор. Да? Вот. А что ты себя? Вот. Жгете. Здесь яма. И так далее. Специально. Да, специально яма. Но вы понимаете, что не может быть так, чтобы один человек ездил на другом по закону. Я вижу это все. Видишь корни? Я вижу корни. Они перегниют. Я знаю, что перегниют. Я все это прекрасно понимаю. Но вы меня пытаетесь привлечь по закону, а сами гадите. Послушайте, я вам еще раз объясняю. Вы зачем сейчас? Вы сейчас лжете? Зачем? Они в этом году вообще там даже не были. Зачем вы сейчас клевещете? Это клевета. Не надо, пошли, не надо. Нет, там никого не было. А кто там? Там не было никаких коней. Вы о чем говорите? Я вам говорю о том, что вы мусорите. Какие ночью? Какой ночью? О чем вы говорите? Ну пойдем. Вот не. Да я уже все это видел. Там ничего нету давным-давно. Это было в прошлом году. Вы писали на меня. Вы на меня писали. Вы. Вся эта улица, все писали на меня. А сейчас вы, получается, разводите костры, которые запрещаются. За это штраф выписывается, понимаете? А где вот какой? Ну. Хорошо, вам какая разница, вам, извините, если я здесь выхожу с... Правильно. Так вот, давайте, мои дорогие, жить дружно. Хорошо. Хорошо, давайте жить дружно. Подождите, у меня лошади загорожены. Загорожены. Я у вас спрашиваю. У меня загорожены лошади. Я понимаю, что загорожены. Так, натяните сетку. Да зачем мне дать? Да как зачем? Вы себе противоречите. А завтра там стадо мамонтов у вас пройдет там. И что? Кому вы будете предъявлять? Ну вы же русские люди, ну надо по-людски, понимаете? Интересно, мы в этом году не бегали. Если ты вывел лошадь. Ну. Если вот мой ребенок шел из детского сада. Дальше что? Дед пустил корову. Ну. Испугал моего ребенка. Дальше что? Да, теперь что? Да. А спокон веков люди на Руси, значит, жили, летали по воздуху, да? Причем здесь? Не держали, никто не держит коров. Да никто, извините. Корова напугала маленького ребенка. Значит, подождите. Значит так, вам получается ботву можно выращивать, да? Какую ботву? Вот, вот эту зеленую, вот лук, это все. Ну, овощи вы выращиваете. А человеку нельзя держать животное на селе, да, получается? Держи сколько хочешь. Так об этом и речь. Я и держу. Что? Я и держу. Но извините, я и держу. Же огород. Но не бывает такого, чтобы вы от меня, требовали. Ты думаешь, я на тебя буду кидаться? Да вы же это, вы это уже делали, вы с лопатой на меня выбегали. С лопатой. С матами. С матами. С какими матами? Ну вы забыли, что вы кричали. Не, а что я кричала? Матами. Да я не буду матами. Я, не... я православный человек и не собираюсь маты повторять. Да, да. И ты прицепился я знаю. До старика. Я до старика прицепился. Да, да нет, мои вы хорошие, вы вспомните, как вы меня вдвоем крыли матом стояли. Вы вспомните. Да кто крыл тебя матом? Ты что, вы вдвоем крыли матом за то, что я вам ткнул вас носом, за то, что вы здесь мусор разводите. Вообще не будем ругаться. Да, хорошо. Все, хорошо. Хорошо, разбирайтесь, убирайте этот мусор. Да вот. Это я вам говорю, что пока я еще ничего не писал. Кто такой? Я кто такой? Такой же, как и вы. Устраивает ответ? Такой же, как и вы. Так же хочу жить. Да. Так же я хочу жить, понимаете, как и вы. Так же хочу выращивать, как и вы. Да. Да. Но только вы начинаете кричать матами и угрожать лопатами. Вот что вы начинаете. Да. Я вижу, что у вас незаконный огород, который не огорожен. Огораживайтесь, к вам никто претензий не имеет. Не будет к вам тут дети заходить. Не будет к вам тут лошадь заходить, баран, коза. Никто не будет заходить. Да. Сеточку уберите, натягивайте за свой собственный счет. И все будет в порядке. Да. И никто никого трогать не будет. У всех заборы. Вон человек огородился. У меня стоит забор. У этих людей забор. Здесь общественное место, извините. Здесь общественное место. Да, общественное. А вы в этом общественном месте, извините, вот они свалки устраиваете. Я плачу налоги за свой огород. Да что вы говорите? Да что вы говорите? Он у вас незаконный. Как вы платите народу? Как? А это земля школы. Вам просто дали. Ну, пользуйтесь, да. Семь. И можно приехать отмерить и сетку поставить. И сетку поставить.
и сетку поставить. Ты хочешь прийти, вынести тебе еще документ показать? Да мне не нужны документы. Мне не нужны. У вас, согласно вашего межевания, есть межа. Протяните сетку, все будет нормально. И не морочите ни себе голову, ни людям. Притом. Ты животное не должен оставлять без присмотра. Да я его не оставляю без присмотра. Никакое животное. Вы знаете, что животное, извините, имеет свою волю. Она выпрыгнула, выскочила, открыла дверь и побежала. И побежала. А то, что вы здесь не загородили у себя, так к вам сюда, вам говорю, стадо слонов придет пастись. Ну, Максим. Ну, да, я знаю. Если туда лошадь попадет, то ты ее вовеки там не вытащишь. Я вам скажу больше. Туда лошадь попадала. И повезло вам, что я ее вытащил с людьми ночью. Попадал туда лошонок. Да. А почему она ночью лазит-то? А потому, что у вас все разгорожено. Огород от слова «огородить». Вы должны, вы хозяйствующее лицо, вы должны заниматься хозяйством. Но вы не должны, извините меня, устраивать вот здесь вот свалки. Дай вам Бог здоровья, дай вам Бог здоровья и ума, и ума. Да, чтобы у вас хватило ума не скандалить, а взять загородиться один раз и все. 5 или 7 метров. Если у тебя ночью попал лошонок. Правильно, потому что вы не загородили. Потому что ваша территория, вы не загородили. А если бы туда попал ребенок со школы и погиб? Хорошо. Как? Хорошо. Вот так. Пришли за яблоками воровать, упал и погиб. И кого бы посадили? Вас? В вашем огороде вы выкопали яму. Да. Законный огород. Я копаю яму. Да. Хочу туалет поставить. А закон вас обязывает изгородь поставить, раз это ваш огород. Да, есть такой закон. Прочтите закон внимательно. Вы должны огородиться. У вас документы, межа выдана. Я не ругаюсь, ругаетесь постоянно вы. И скандалите вы. Вы писали на меня, оскорбляли постоянно без конца. Да. Все, теперь уже никто. Теперь уже никто, да.